Сотни врагов народа пробрались в органы, в армию, в партию. Товарищ Сталин не раз говорил о перегибах и беззакониях. Но под лозунгом национализации начались тотальные грабежи крестьян, рыбаков и ремесленников. Люди массово уходили в лес. Простой мирный крестьянин стал лесным бандитом. Ему все равно, в какую армию вступать. Немецкую, французскую, американскую. Он хочет оружие и хочет отомстить за своих близких и родных. И поэтому будет стрелять до последнего, он не будет сдаваться. Потому что смысл для него – это как можно больше трупов. Тех, кто разрушили его мир. Фашисты очень умело воспользовались ошибками, которые допустила советская власть в Латвии. Они объявили русских кровожадными грабителями, насильниками и главными врагами латышей. Это вы в 40-м году устроили этот грандиозный шабаш. Совершенно жуткой и неоправданной жестокостью по отношению к местным жителям. А нам, армии, за это отвечать. Потому что не вы будете выкуривать их из лесов, а простые советские солдаты, которые к этому безобразию никакого отношения не имеют. Идет мне народ снегов. Поехали!